центральном парке города Видное расположился зоопарк с названием «Деревня в городе». Здесь можно встретить таких обитателей, как куры, козы, овцы, свиньи и многих других. Но встречает всех по традиции петух Игнат. Войдя в ворота этой деревни, попадаешь в совершенно другой мир. Здесь могут свободно прогуливаться кролики или поросята. И гостям все рады. Животные стараются выбраться из вольера в надежде на гостинцы. Корм можно купить в кассе зоопарка. И в этом себе мало кто отказывает. Побаловать местных обитателей хочет каждый. Это хрюндик. Хрюндик. Михаил Трейстер – один из основателей зоопарка. Он рассказал, что с детства у него дома живут многие экзотические животные, такие как еноты, насухи и лисицы. Но в один момент пришло решение показать любимцев и другим людям. Все животные, которые у нас здесь живут в зоопарке, они изначально были выращены людьми. Енот, обе лисы, кролики – фазаны, морские свинки. Большинство животных прошло через мой дом, естественно, ну, которые такие более мелкие. Крупные животные были выращены в других зоопарках и тоже, в принципе, очень ручные. Это то, что отличает наш зоопарк от других зоопарков. Все животных можно погладить, потрогать, и никто никого не укусит. Работники зоопарка рассказали, что у некоторых животных есть постоянные посетители. Больше всего людей приходит пообщаться к еноту Мартину и лисе Эмми. Саша Кимов – частый гость зоопарка и всегда берет с собой что-то вкусненькое, чтобы угостить своих любимцев. Мне понравилось, что вот козлы сами, они... подходят и их кормят, мне понравилось. Некоторым животным необходимо больше двигаться, таким как лисы или енот. И тогда их выводят в парк погулять. В это время понаблюдать за питомцами могут все прохожие. Стараемся выгуливать енота каждый день и стараемся угощаться его всегда чем-то вкусненьким. Он любит виноград и бананы. Да, мой хороший. Когда мы выходим с енотом на прогулку, люди всегда очень бурно на это реагируют. Спрашивают, это что, енот или это не енот? И всегда стараются его погладить или предложить ему что-нибудь вкусненькое, если у них что-нибудь есть. Зоопарк открылся только в начале лета, но сразу стал популярен среди жителей города. Многие рассказывают, что это именно то, чего не хватало в детском парке. Создатели живого уголка останавливаться на достигнутом не собираются и делятся планами развития. Планов по тому, каких животных завозить, крайне много. Для начала мы хотим завести страуса, для него выделен уже вольер. Правда, страуса самого еще нет, скоро он приедет. И в течение года мы хотим завести сюда ласку, горностая, хорька. Каждый здесь может найти нового друга. Зоопарк открыт ежедневно с 10 утра и до 8 вечера. Свою работу он продолжит и в зимнее время. Представленные звери хорошо переносят холод. А проведенное отопление не позволит им замерзнуть даже в сильные морозы. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видное ТВ.